Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Всем привет, это снова я, и снова это очередной быстрый обзор на телефоны. Вот, пришел ко мне еще один телефон Nokia. Сейчас посмотрим, какой именно телефон пришел. Ну, конечно же, вам уже это будет известно, потому что в описании и названии к видео будет уже стоять название телефона. Поэтому, если вы смотрите это видео, значит, вы осведомлены, какой это телефон. А здесь Nokia E71. Сейчас мы будем смотреть, что же нам там пришло. А, пришло нам, как всегда, зарядка, USB кабель, наушники, диск, OVI, мануал. В общем, ничего особенного здесь нет, никаких подарков, ничего нам не положили. Ну да и ладно, самое главное — это телефон. Нас он интересует больше всего. Ух ты, телефончик выглядит просто чудесно, сразу видно. Чувствуется такая премиальность аппарата. Такой хорошенький, опрятный телефончик, задняя крышка металлическая. Такой, да, нормальный. Нормальный аппаратик. Так, батарейка, как всегда, там заклеенная. Сейчас как бы посмотреть, как его открывать, не знаю. Как его открывать? Интересно. Ага, вот кнопочки нажимаются. Так, как-то туго открывается. Так, ну ладно, тут у нас прокладочки такие, крышка металлическая. Послушаю, даже не слышать металл. Тут у нас обведен кругляшком, не знаю, видимо, продавец оставил, чтобы было видно серийный номер крышки, там все дела. Еще там вон написано. Зачем они обвели его, не знаю. Что они хотели этим нам показать или сказать, неизвестно. Так, батарейка BP4L, здесь большая батарейка. Сейчас посмотрим ее емкость. Ну, для тех, у кого был такой телефон, емкость уже, наверное, известна. Тут у нас... Так, все как положено. Вот эта вот штучка имеется от завода. Телефон якобы там этот самый, короче, они ставят контрольную фишечку. Тут у нас все нормально. Nokia показывает, куда SIM вставлять. Батарейка у нас на 1500 мА. Я думаю, что телефон будет работать очень долго. Да, потому что как бы операционная система на таких телефонах не очень требовательная. Соответственно, будет и пахать. Закрывается плотненько, все хорошо. Кнопочки такие, ну, приятный на вид такой, аккуратненький. Тут у нас под microSD разъемчик, вот он. Так, как-то непривычно так закрывается. Странно. Еще смотри. Ух ты, попробуй запихни еще, как они так закрыли. Ага, вот. Так, тут у нас microUSB. Тут у нас кнопки громкости. Ну, конечно, разъем. Жалко, что вот такой вот. Сейчас это не очень стандартный разъем, 2.5 мм. Потому что в основном везде идет 3.5 мм. Здесь у нас разъем под зарядочку. Так, сверху у нас это что такое? Это, я так полагаю, динамик. Да, это динамик. Прикольно. Ну, включаем наш телефончик. Так, вот он у нас включается. Тут есть Wi-Fi, Bluetooth, в общем, все как положено, уже более приближенно к современным смартфонам. Ну, конечно, телефончик хорош. Чувствуется, вещь в руке лежит. Такой своеобразный дизайн с клавиатурой. Не такой, как все телефоны сейчас, на одно лицо. Вот такой смартфон не возьми, все, блин, прямоугольные на одну харю. Не на что посмотреть. Ничего не выделяю. Экранчик такой яркий, хороший. Хм, неплохой телефончик, неплохой. Так, туз.
Setting, General, персонализация, дисплей. А ну-ка, мы яркость еще поднимем немножко. Да, яркий экранчик, такие цвета насыщенные, хороший экран. Home screen, tones, language, thematic. Так, а где же русский? Русский есть. Русский язык есть, перезагружаем. Шустренько работает, так хорошо. У меня был в предыдущем обзоре Nokia N96 на обзоре, но тут работал помедленнее. Здесь, наверное, все-таки процессор уже. Ну, это, по-моему, не новее, чем N96. Точно не помню. Вот, этот явно работает побыстрее. Так, сейчас посмотрим, что тут камера. Ну, тут жалко, пленочка заклеена, вот видите, я срывать не буду. Поэтому сейчас просто быстренько так включим, посмотрим, работает камера, не работает. Так, камера работает, изображение ожидаемо немножко мутноватое из-за пленочки, ну это ничего страшного. Сейчас сделаем пробную фотографию. Кац. Так, сфотографировали. Ну, что? На самом телефоне посмотреть, конечно, не удастся нормально, то есть только на компьютере, потому что, сами понимаете. Маленький экран, маленькое разрешение, соответственно, и фото будет. Ну, я думаю, 3,2 мегапикселя, там уже должно быть неплохое качество. Ну, тем более здесь честные 3,2 мегапикселя, потому что Nokia... Nokia есть Nokia. Фигню они ставить не будут. Вот такой вот у нас телефончик. Зайдем в меню, посмотрим. Что у нас? Все по папочкам. Запрос непонятно по что. В общем, выглядит все неплохо. Вот такой вот у нас телефончик пришел.